Мы на пирамидах Теотиуакан. Карен, что здесь делаете? Откуда приехали? Здравствуйте. Приехали из России. Делаем здесь, собираемся ехать в Тихуану, просить беженство. Убежище. Убежище, да, под залог. Что вас привело сюда? Привело сюда наша великая Россия, которая было все хорошо, занимались крупным бизнесом. По итогу все стало плохо, стали напрягать отовсюду. Вот и, привело в теплые края. Благодаря вас, спасибо вам большое. Скажите, вы планируете выйти под залог, да? Да, под залог. Кто будет вносить залог в США? Товарищ, знакомый, с вашей помощью, будет на связи. Надеюсь, все пойдет гладко. Понял. Как общее впечатление о Мексике? Хорошее. Особенно с помощью вас, с вашей подачей. Здорово. А что бы хотели передать тем, кто, так же как вы, уже находится под прессингом в России и планирует спасаться в Соединенных Штатах через Мексику? Чтобы не думали ни секунды и go to America. Понятно. Вы на чем поедете? Поедем сегодня на автобусе в Тихуана. Мы сейчас в Мехико, из Мехико в Тихуана и оттуда на границу сдаваться. Понятно. Здесь кто вам помогает? Помогает Мигрант Медиа, вы. Да, сейчас... и с кем вы поедете? Поедем с Карлосом, с вашим товарищем, знакомым. Как Карлос вообще? Как первое впечатление общения? Хороший, очень хороший. Как мексиканец, он великолепный человек, и поэтому бояться и думать не о чем. Все здесь люди добрые, пока что встречались. А когда летели из России, какие-то проблемы были? Вот, проблемы были, я летал Люфганзой, вот, меня не посадили на борт. Кто виноват в этом? Виноват туроператор, оказалось, что вот он должен был знать и не покупать ли билет. У вас не было транзитной визы, не было, да. Не посадили на этот рейс. Да, в итоге вот мы поменяли путь через Гавану, через Стамбул, все такое. Понятно. Путь был долгий, но тем не менее добрались. Понятно. Друзья, подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт. Удачи вам в эмиграции. Да. Ну и привет из Мексики. Пирамида Теотиуакан. Да. Чудо света, и мы здесь. У нас есть время. Да, идем смотреть. Всем всего доброго, пока. Спасибо.